Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер. У нас завтрак. Это овсянка с творогом запаренная и кофе с молоком. Может, кусочек сыра будет, может, еще точно не знаю, а может и не будет. В общем, такой завтрак. Всем приятного аппетита. Кто смотрит мои видео, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Пришли на море. Море, как обычно, мы уже привыкли, что оно такое. Даже уже полюбили. Научились заходить, выходить безопасно. Людей очень много, все купаются, вода теплая. Ну, встретила одну медузу сегодня. Не знаю, будут или нет, но купаться пока нормально. Вода немножко грязная, ну, возле берега, а туда дальше чисто. Сегодня водорослей меньше. Я уже два раза сходила, покупалась. Теперь лежу, загораю. У нас произошло ЧП. Вот видите, в душе нету ковриков. Очень скользко. И как оно получилось, Таня, как это, как она не разбила себе ни голову, ничего. Он унитаз аж поломался. Так себе разрубала ногу. Что это вообще? Ну это хорошо, что не перелом, что это не травма головы и все остальное. Потому что тут же, видите, какой бетон. Ну, ковриков так и нет. Это один из недостатков этого пансионата. Что тумбочек нету прикроватных и нету ковриков. Так вот. В принципе, не очень хотелось говорить про недостатки этого отеля. Вот, если бы Таня не упала, я бы даже и не упоминала. Просто немножко я разозлилась. Вот смотрите, розетка. Вот стол. Ну, там у нас это, потому что тумбочек нету, чтобы где-то что-то хранить на общей кухне. Сами понимаете, не будешь кушать после всех. Помыли и сюда принесли. Вот. И розетка где-то возле пола, чтобы чайник поставить. А чтобы включить кондиционер, чтобы вы понимали, розетка вот висит. Вот висит выключатель. Вот. И тут где-то болтается розетка на полу, которая поднимается. Сейчас я ее найду. Ой, где-то она. Вот она. Вот она возле тумбочки розетка. И вот так она вот телепается. Вот это вот так надо включать. Ну, такие недостатки, которые не очень приятны. Ладно, мы взрослые, а дети бегают. Вот это вот открытые там провода есть. А скользко в ванной. Вот. А так вообще-то персонал здесь очень приветливый. Сестра-хозяйка очень хорошая. Что не скажешь, улыбается все, что нужно, все делает. Ничего об этом не могу сказать. Ну, понятно, может, сейчас вы сами видите, какие сезоны. Не совсем можно, это я, не совсем можно, наверное, что-то купить. Не меньше, наверное, зарабатывать, не вложить меньше. Не знаю причины. Ну, вот такие у нас недостатки в номере. Ну что, пришло время обедать. Уже почти 2 часа. У меня будет на обед салат, как обычно. Кусочек мяса такой отварено-прижаренный. Ну, у них будет картошка, но я не знаю. Может, я кусочек съем, может, и не буду. Ну, скорее всего, возьму одну картошину. Ну, такое потом еще будем пить кофе с молоком и с сыром. Вот такой обед у меня сегодня. Опять мы сидим в этой беседочке. Вот. На улице жарко, но здесь нормально. Прохладно, ветерок. Нормально. В общем, будем обедать. Всем приятного аппетита. Здесь на пляже, рядом с пансионатами, на пляже продаются и круги, и матрасы, и все, что хотите. Вот на волнах очень рекомендую, лучше покупать круг, чтобы не выталкивало с матраса. Мы только что к Феде купили недорогой круг, 80 гривен, не очень дорого. Вот. Есть и мячи, есть накидки, матрасы. В принципе, не обязательно вести это все с собой. Вот. Хотела еще спросить, где девочка убежала. А можно спросить у вас, а сколько у вас стоят эти зонтики? Зонтики? Да, просто... От 200. Самый 200. Маленький, 1,80 м, 200 гривен. Вот. И выше сколько, до которого, какой такой самый хороший, какой? Самый большой, это 2,50 в диаметре,
650. Угу. Но это с толстым древком. Так это хорошо. И можно приехать, например, купить один такой зонтик и пользоваться. Это будет намного дешевле, чем платить по 200 гривен за зонтик с этими... Ну, это семейный зонт. Если у вас на большую семью, то... Да. А если у вас на 1-2 человека, то, в принципе, вам большой не надо. Угу, понятно. Достаточно такой. Хорошо. Это я тут рекомендую некоторым, чтобы приходили, если что, не обязательно тащить с собой. Спасибо большое. Я хочу сказать, что цены ничем не дороже, чем если вы там с Харькова, с Днепропетровска будете везти с Кривого Рога. Да. Потому что вот люди приезжают и говорят, что... Не, ну нормально, 80 гривен этот круг, это не так уж дорого. Фрукты 80 гривен стоит килограмм той черешни или сливы. Да. Так почему не купить ребенку круг? Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. А вот уже наш счастливый Федор с колесом на поясе, с кругом. Надо было раньше купить. А то мы купили матрас, а его выбивает с под волн. А теперь вот будет, сейчас попробуем, я думаю, будет прекрасно. Ну, наконец-то дождались моря именно такое, какое хотелось бы, чтобы оно было всегда. Ласковые волны, чистое, без медуз, теплое. Это что-то с чем-то. Море сегодня прекрасно. Наступил вечер, уже 8:00. Пляж постепенно пустеет. Люди уходят. Сейчас так хорошо. Ну, видите, все машутся. Начинаются комары. Успокаивается море. Прилетели комары. Начали проплывать медузки. Только махонькие такие. Я думаю, что до завтра не вырастет. Но вообще вода очень хорошая. Сегодня день прошел очень прекрасно. Мне понравился. Мои пошли, а я еще осталась. Ну, пойду еще сейчас еще возьму, наверное. Я не знаю, хотелось и кофеек. А видите, еще люди есть. Ну, все собираются в основном. Все машутся, отмахиваются от комарей. Еще посижу, наверное. Еще, потому что тут осталось? Воскресенье уже домой. А комары оказались все сильнее. С моря прямо бегут все. Сейчас как раз такая хорошая погода, солнышко, тепло. Но нашествие комаров и брызгалки даже не помогают. Все убегают. Я выломала вот такой вот камыш. Иду машусь им, догоняю комаров. Не спеша, гоняя их, любуюсь природой. А люди бегом, бегом. Уже 8:00. Будем ужинать. Федя там кушает уже творог со сметаной и с бананом. А мы... Пожарила вот овощи, это кабачок с перчиком, яйца, помидорчик, ну и чаек попьем с сыром. Такой у нас ужин.